Всем привет, меня зовут Роман, сегодня вторник, а это значит DJ's Hack. Я немножко пьяненький, поэтому давай запускай, а я пока пойду водички попью. Для многих переключение с предыдущим диджеем является целой проблемой, паникой, истерикой, катастрофой. Адвокат! Именно поэтому мы решили поднять сегодня эту тему. Команда DJ's Hack подготовила для вас 4 разных способа переключения. Способ номер 1. Если вы планируете сменить темп музыки, в этом вам поможет плавная остановка в режиме винила. Или через эхо. Способ номер 2. Если вы оба играете со звуковых карт, переключиться вам поможет CD или флешка. Вы отключаете один проигрыватель от звуковой карты, включаете CD или флешку, сводите, и пока играет этот трек, спокойно переключаетесь. Способ номер 3. Он очень сложен в понимании, но прост в исполнении. Представим. Представим, что первый диджей играет с трактора, а второй диджей играет с серата. Звук в зал идет с левого проигрывателя. Мы берем провода правого проигрывателя из трактора и подключаем в правый канал серата. В этот момент каждый из вас управляет собственным проигрывателем. После этого сводим трек. Естественно, не забываем подключить серата к пульту. После того, как вы свели, просто забираем оставшиеся провода из трактора и подключаем их в серата. Вуаля! Вы подключены. Ну и последний способ. Если руки у вас растут из задницы, то просто дождитесь конкурса. Уважаемые дамы и господа, для следующего конкурса мне потребуется 2 человека и зебра. Выходите, выходите, не стесняйтесь, давайте. Вот такие 4 способа предлагает вам DJ's Hack. Но в любом случае не впадайте в панику. Переключайтесь, как вам заблагорассудится. Главное, помните, что артист здесь вы. Если вы знаете другие способы, как переключиться, обязательно делитесь ими в комментариях. Это был еженедельный интернет-проект DJ's Hack. Кстати, напоминаю, мы выходим каждый вторник. Меня зовут Роман. Не забываем подписываться на канал, добавляемся в друзья, ставим лайки. Увидимся! They say they love you, they rock you.